Середина первого тысячелетия до нашей эры – это тот рубеж в истории развития человечества, когда одновременно в трех цивилизациях – Древней Индии, в Древнем Китае и Древней Греции – возникает новая форма общественного сознания – философия. Ее рождение – это длительный переход от мифологического мировоззрения, опирающегося в основном на традицию и веру, к философскому, то есть научному, который будет опираться на разум и логические рассуждения. Почему именно 7-6 век до нашей эры является таким взрывом интеллектуальной энергии? Ну, есть несколько предположений. Во-первых, это рост производительных сил, переход от бронзы к железу, это развитие товарно-денежных отношений, это появление городов, это рост оппозиции традиционной религии и рост научного знания. Философия с момента своего зарождения носит конкретно исторический характер, потому что является частью духовной жизни общества. Общественные изменения в обществе меняли предмет, характер философии, расставляя акценты на разных вопросах философии. Принято различать следующие исторические типы философии. Философия Древнего Востока, философия Древней Греции и Древнего Рима, философия Средневековья, философия эпохи Возрождения, философия Нового Времени, философия эпохи Просвещения, классическая немецкая философия, философия марксизма, западноевропейская философия конца XIX-XX веков и русская философия.